Ебать, это что за мод? Это мод какой-то, что ли, блядь? Что, блядь? 113 килограмм, это, блядь, что такое, нахуй? Ну, может, это просто что-то рех. Он всегда так весит. А? 2 литра, болт и это. Пиздец, 113 кило, блядь. Бля, тебя вечность так буду идти. А, окей, это снова. А? Так.
Там что-то не сумеется. Ну там по-любому, наверное, что-то еще есть, но я 100%. А там ничего. Там ничего. Нет, я там дальше был. Там ничего там. Там закрытую дверь открыл. Сейчас. Опа, что это? Да иди ты нафиг. Будешь? Блять, он куда убежал? Ну ладно, пофиг. Пусто. Я осталось там только проверить, и по-моему уже все. Закрытую дверь открыл. А, вот. Где? Стоит не открывать. Мне тоже ключ слышно. Блять, в темноте прави такое. Я вижу, если что, на лапу. Там вроде пусто. Да, ну погнали на выход, что ли. Иди нафиг. Наверху ничего не было? А, там какой-то проход, ну ладно. Там вроде ничего не цепляет. Вот сейчас раз, разбираемся. Куда? Вы все забрали там или что-то еще есть?
все можем отправиться. Там два этажа. Чем? Два этажа осталось. На психолог. Чехинку. Короче. Ты что там, не пытаешься? Во, наконец-то. Все на игрищ. Ингрищу. Если выйти из терминала, я могу. Заявись. Ну вот тогда. Поехали. Что, не встречали пока Мбракена, который имитирует голос?
Ничего. Нет. Сейчас будет, у меня опыт. Я думаю, что еще не встретим его адекватно. Хотя бы шанс есть. Я здесь Бракена встречал и в первый день с самого начала. Ну это редко. Тут рандом. Ну да? Согласен, что просто не повезло мне тогда. Что я знаю, может повезло. Как сымитирует голос Мемеса, а подождите, у него же нет микрофона. Так, ты Бракен? Или Бракен не может дискутировать? Мне как раз кажется, что полный может. Ну, тараканы это было бы... Там внизу балки. Вон там. Внизу? Вон там. Вон там? Где здесь выход? А, вроде бы далеко. А, вот он.
показываю с Мари. С кармана своего достаю. Опа! Да я не КЗ, я типа сейчас зашел и обратил внимание, что у меня справа Hold Alt написано. Я думал, что это допслов. Я мод такого нет. И вот он типа переключает, блядь. Во, говорил, ничего поднимать не может. Наебал, вот так и знал. Что, смог поднять все-таки, да? Смотри, фокус. Оп. А что, мы все подаем? Я убивал все. И все. Хотя нет. Сначала все надо закупить. Потом Макс можно уже попробовать. Радиация. Вот это вообще супер тема, мне кажется, в оригинальной игре такое должно быть. Да я просто пробку хвалил, скажите еще. А он стоит 3 копейки. Замест того, что фонарики покупать и их проебывать на миссиях, вот таких проще закупить миллионные как раз. И след из них оставлять.
Вот на Дайне, мне кажется, пиздец атмосферно будет выглядеть вдоль этих путей, там еще где-нибудь. Блять, ну цена, конечно, пиздец, блядь. Ты. Мне кажется, что, блядь, что ты. Мне кажется, они как раз для того, чтобы следы оставлять из них, поэтому так и дешево стоит. Чисто, знаешь, заходят все и в кармане по 4 штуки держат, вот. Там же их оставляем. Ну их тогда надо закупать где-то штук, блять, я не знаю, 30, блять. Чтоб хватало на, типа этот, на 3 дня. Не, ну если на каждом повороте их раскидывать туда, а так мы без них... Не, ну, нет, я в плане этого. Я имел в виду, типа, чтобы их хватило на 3 дня. Типа на один день по 10 штук. Потом где-то просто пополнять. Но они, блядь, помещаться все не будут, мне кажется. Блядь, еще рядом. С ветки смотни, блядь. Ну вот все, процент, понимаешь? Да, цвет, как будто мы тут радиацию переносим. Куда летим? Машина. Хотя я там уже доносится, чем это. Надеюсь, а, я заплатил. О! Прямо запах хлора, который мы хотим. Будь осторожен. Блин, так, нужен срочно запасной выход. О, запасной выход. Чё там? А-а-а! Так, парни, через запасной выход не выходим в подготовку. Там наверху вот здоровенная железяка, я его могу взять фото.
сверху. Блин, еще болт. Наем, а еще лупим. Вот еще движок. Так, стоп, а если... так не работает. Через опасный выход только не выходи, затопливают. Мы тут не были, вы в курсе, да? Золотой свиток надо определить. Ну, конечно. Проще вот так. Останется там. Най. Сейчас я волки кину. Выход. Давай пойдем. Чтобы найти выход, надо просто выходить из здания за кинино. Кстати, я заметил, глухи, короче, далеко довольно освещают, но в пределах комнаты где-то находятся. Типа, вдалеке вообще никуда не видно. Вот я золотой слиточек. Нихуя он тяжелый, я все двигаться смогу. Это что такое? Все как в реальной жизни. Толстый стал. Ладно, можно, да? Жесть, сколько он весит? У меня 101 кг для перевода. Чё, пол? Парень, оружие высыпал? Ясно. Ну там взял, пора, сейчас хорошо, идем на лево. Прямо трупы отсвитать не забыть, забрать. Ну понятно, конечно, сучит потрох. Не смей, нет, он должен тебя загреться. Давай найдем другой выход. А, бля, он затоплен. Стоп. Он когда-то пополз, да. Так, новая ножка. А, нет, вот он здесь. Бля, он еще паутину накидал, най. Да к нему ходят, если что, отмой. Стоп, жди. Это он идет, ох, он сюда. Он наружу сейчас. Что делаем? Стоп, это наш шанс. Ну, понятно, мы не будем слиток, я так и знал. Так и знал. Тут еще акула где-то ходит.
Вот эту пожарку я не смотрел, возможно, здесь не затоплено, ну-ка. Да, заебись. Вот этот минус, я тебе говорю, надо просто выходить из здания, ты найдешь выход. Вот бы найти корабль еще. А найс, найс. Толку нахуй, что мы вышли. Смысл, блядь, конечно. Походу нельзя. Бля, ГГ, ГГ. Я тут сейчас поболтаем. Не надо. Не надо. Блюдки, я не к вам шел. Да куда, умираю уже без шансов. Как увидел, что все пиздец затапливается, сразу начал говорить вам, а вы там где-то лазите. А мы вообще потерялись. О, да я был прав. Блядь. А он еще со слитком красивым, да? Все, дорогим. Да он летел, он не понимает, что уже на всю мировую. Почему он цепляется за жизнь? Надежда есть. Да нету надежды, блин. Чё вы рацию не включаете? Скажите вы мне. Я как дебил, блин, ору вам, блин. Затапливается уже все, пизда, блин. Да мы не успели, мы потерялись, что всё равно. Нет, я очень давно начал говорить в рацию, когда еще не сильно затопило. Это сейчас вот вы вышли, вот это уже пиздец затопило. Да, блин, ну, мы нашли в итоге запасной выход, но это, конечно, жопа была. Да там проблема даже в одном выходе. Там проблема то, что я один не мог скинуть лут и побежать к вам туда. Потому что... Этот, как его? Два улья у нас по бортам корабля было, блядь. И ни туда нельзя залезть, и ни с той стороны нельзя залезть, блядь. Ой, проебали рации. Ничего. Еще одна рация. Блядь, опять, сука. Ну, у нас не упал, уже не прокурор. Кто-то останется в рации. У меня есть рация. Так, думаешь, нельзя взять? Запомните, тут очень быстро затапливается, очень. О, кстати, хочешь прикол? По поводу твоих, этот, звуки, которые имитируют. Вон. Говорил? Чё ты там тогда здесь говорил? А где он? Бля. Он, короче, что-то вот здесь говорил. Он что-то говорит, типа весело или еще что-то такого прикольно будет, я не знаю точно. Найс. Да, весело. Ну да, весело. Вот бы перепрыгнуть на ту сторону. О, я вижу, кстати, его. О, блядь! Подожди, а кто сейчас говорил два улья? Если ты мертв. Чего? Ты мертвый? Чего?
Ну, я твой голос сзади сейчас слышал, он говорит, там два ули стоит, а ты умер уже, получается. А, да-да-да. То есть копируется. Это вот так вот имитируется, короче, она криво пиздец имитируется. Помнишь, ты на улице что-то говорил? Да, ты что-то говорил, повторяет, так должно быть. Нет, но он еще на улице говорил это. Да это не наеб, это кринж. Ты что-то говорил про интересное, вот помнишь, когда мы в прошлой катке бежали, говоришь, что-то интересное там и так далее. Я вот в том же самом месте проходил, и вот там вот, ну, тебя рядом нету, и твой голос вот этот слышал. А кто там, блядь, пчелы повторяют? Я не знаю, кто там что говорил. Ну вот прям вот здесь я пробегал на улице. И пиздец, короче. Выпер за джетпак имеет смысл, правда, на него не накопил, нихуя. Да, джетпак ни разу не пробовал, но говорят, прикольная штука. Кстати, если учитывать, что там есть мод, который все, показывает метр до его взрыва, то вот поэтому у нас этот раз он и не работал. Взорвался и сломал. Ой. Да, что-то очень хуёво мы выбрали. Вот здесь особенно пиздец затапливает. Да-да-да, тут вообще не пройти никак. Левая часть корабля абсолютно, типа, все уже. Там самого, кстати, начала, правая. Вот сзади прям йогурт, вход уже затухнул. Да, не забудет, он самый ближайший, я думал, сейчас забужу, а потом вспомнил, что он в пропасть. Да вообще надо было изначально бежать в этот. Как мы увидели, то что там ни туда, сюда, ни сюда, блядь. А я не знаю, где третий там вход и... Только выходил из него, но не входил. Не, можно второй ход пикзать. Вот отсюда сразу налево. Он уже затоплен, типа. А? Не, вот помнишь, где ты в прошлой катке вышел сверху вот так? А вода внизу затоплена была. Вот это слева находится. Это я сейчас вот выходил с корабля налево, там в низине он затоплен, и второй я не знал, что там. В низине? Не, в низине там нету. В низине это подальше там находится. Не, планета хорошая, веселая, главное. Да какая она веселая, это, блядь, пиздец какой-то, а не планета, блядь. Почему ты только что слышал? Если люди сразу будут здесь по бокам, выкиньте их, как можно дальше? Давайте выкидывать сразу их. Они мешают. Мне кажется, что Улья тоже копирует голос, что реально хуета полная. Либо это Giant под землей. Да тут кто угодно может копировать, мне кажется, голос. Оно криво вообще, в принципе, работает. А у вас палочка вот здесь лежит или нету? Две палочки. Лежит. Да. Которую взять нельзя. Нет, можно повыше посмотреть. Вот я остановился. Оп. Пиздец, они кривые, конечно. Да я обычный смог не добавить, тоже не мог это толкнуть. Блять, да это издевательство. Идем сразу налево. Что за прикол? Почему? Давай я заодно покажу, где она. Слушай, ну это чтобы мы прошли хоть раз.
Вы не умерли там? Ну вот, один почти отпис. Понятно. За то, что ты говоришь. А, даже не почти отпис. А что там у него еще было? Куда? Пизда же? А, нормально. Все, поправь. Чё дороже? Да, теперь мне нечего. У тебя чё? А, у тебя есть место? Погнали. Ну, он глухий только скинул. Так, нет, не сюда, нам там туда. Да, мейн выход с той стороны, и в принципе можно сваливать, мне кажется. Да, там сейчас, наверное, уже затоплено. Там, по-моему, ещё у выхода я одну херню бросил. Но я уже не донесел. Так. Вроде направо, да, где-то? Так, сюда. Блять, куда идем? Блять, мы, кажется, не в ту сторону шли. А, вот, да, где, мы где-то близко, я помню. Да, звук здесь был этот. Вот сюда, ой, блядь. Не сюда. Нам, да, нам сюда, за эту турель надо. А я сюда не видел, когда шел. А ну, я да, видел. Там дальше дверь закрыта, поэтому сюда. Нет. Ой, блядь. Нам, значит, дальше надо пройти. Они направо или на? Вот, только турель сюда. Блядь. Блядь, где же проходилось? Дальше там, что ли? Назад идем сейчас. А вот здесь? Вот. Блядь, там сейчас пизда будет, бля. Да, ну, нормально пока. Можно вернуться с реактором. Чё? Ты пока найдешь его и вернешься сюда за то. Да не, там быстро найти, я вроде помню. Да, вот чтобы один остался, двое пошли. Бракен тебя тоже помнит. Возле этого будет пиздец. Возле корабля. Да, уже. Мы уже не можем пройти. Ну, если с другой стороны пройти, то там не затоплено особо. Мы не нашли. Не тот, который слева затоплен, а там еще один есть. Мы тот, который сверху, не нашли. Че, пойдет кто со мной пытаться? Ну, давай смотрим, скину, попробуем. По-моему, идея говно, я считаю. Нормально, кто-то стрелять, двое пойдут.
Пойдем, пойдем. А что это завод? Подожди. ДСМ. Что это у тебя? Да, вот здесь. Правей. Назад, 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 правей, правее, право, право, назад. Блять, что это было? Делся, блядь, я его потерял уже. Он направо ушел. Че? На ту сторону, но его тут не было. Прям перед тобой, что там зовут? Передо мной вниз. Левей, левей. Да, мне тут ничего. Блять, мы, кажется, не в ту сторону ушли. Прям вот здесь показываю. Что, не встречались, пока братина, который инициирует голос? Да, согласен, это кринжово звучит. Это вот, вот это чипырло в ходе котирует. Сука, я думал, это говорил ГГшка. Чем? Чё не бей? Сука, кто это говорит? Что, что говорил? Вот он что-то говорит, блядь. Я не знаю, кто из вас говорит. Вот этот пидорос что-то говорит. Я слышал твой голос, ГГшка. Ой, блядь. А у вас палочка вот здесь. Я слышал ГГшка голос просто ровахаю. Он что-то спал? Сука, кто это говорит? Бля, как же это угарно. Где он? А как они вообще под водой, блядь, бегают? Хоть не надо, не иди, иди. Просто я сейчас могу хоть на корабля налево, там, в низине он затоплен, а второй я не знал, что там. Ты можешь запугать, если я когда там тимать что-то и тут такой да, резко да, голос. Там качество звука причем такое же. Вот это все съебывать можно. Это Лефан. Лефан гуляет. Бей дождь еще раз. Я на стоит слышал. Наблюдателям, как они разговаривают. Тебя не слышал вообще. Это тебя не слышалось. Прикинь, те, которые либо тоже разговаривают. Либо ты свой голос слышать не можешь, хотя я думаю, это вряд ли. Не, ну это, блядь, крипово было бы, если ты сам себя услышал бы. Не, походу, мы место тоже записывает, когда он что-то говорит, походу. По-любому я его слышу. Постоянно. Ну что-то такой странный голос был, вообще не похож ни на Фруда, ни на ГГшки. Я думаю, это Мэмис голос был. Оно без микрофона, оно вроде не работает. Ну, не знает, мало ли, он записывает потом будет. Бля, если себя бы слышал, да, это реально бы устрел. Найдешь такой, парни, вы где? Там. Валерий? Ты пока не купил? Да. Ты охуел? Тебе пизда, если ты сейчас не принесешь мне. Бля. А кстати, мы не можем сейчас Титан снова пойти. А мне хватает нихуя. Не накладно. Ну, еще не подавать.
Ну, next, попробуем, next. Еще раз, сейчас на затмение полетим какое-нибудь. Кольцо 2 снафармили, даже так. Да, ну, сумма поднимается уже. Да. Ну, это достойно. Мы не знаем, что происходит, все, мы, конечно, ждать что-то. Наверное, это фонарь надо чуть-чуть. Или вот это. Вот, не знаю. Вот фонарь нужна? Или парки не фонарь? Я вот с глустиком бы походил, вполне приятно. Да, немножко глустик. И, кстати, лучше в ящик не ложить. Ну да, на земле вполне нормально лежит. 568. Ты сразу штук 15 там купи этих глобстиков. Он получится. Сейчас пробить еще. Подсветка для ящика. Даже отсюда видно неон, у нас как будто не тот скида корабль с неоном. Надо прийти. Корабль сверху упал. Ебать, нет. А куда он попал? Все, в движок сразу корабля. А вон он где. Прикольно. Пусть там будет. Вот, ну тогда можно и это где-то здесь пихнуть, да? Сейчас мы распихаем, бля. О, так не повезло. Что не повезло? Ну, он упал. А, он на... Да. На... Как это? Может, блядь, упал, да? Так, а сюда? Сука, падает. Во! Нормально. Вот он, надеюсь, будет видно. Так, ну да, там не хватает. Чё, полетели? Или что-то еще покупаем? Ну, мне кажется, еще надо глобстиков купить. То я их раскидал тут. Копеечная подсветка.
Нифига, оно быстро пролетело. Я только сейчас допёр, блядь. Чё такое? Что вот этот hold alt, это для рации слот. Ёбаный рации. Быстро переключиться, типа, оп. Не знаю, у вас есть такое, прям справа-справа, доп слот, там написано, зажмите alt, чтобы выбрать. Понял. Там же просто вроде мод стоит, когда x зажимаешь, как сейчас я и говорю, любого слота. Чака, подождите-ка. Да-да, кстати, да, есть смысл рации таскать с собой. Ебать, она куда упала? А, блядь. Сколько падает? Не суется, что ли? Блять. Сейчас делаем. Летим. Сейчас. Че идем-то? Хотя может кто-то еще зайдет. Падает. Ой, куда? Куда она попала? Ладно. Всё, я говорю, ты хорош? А? Мы летим или что? Какой знаю, кто не зайдёт. О, там Вова, может, сойдёт. Он на онлайн показывает. Или он всё-таки на работе отходит. Я немножко спросил, но... Лименс. Да, он показывает себя. Может он. Ой. Не, конечно, ему накачать надо пиздец сколько всякого. Да, ему надо накачать и всякого. Модов, даже не знаю, каких, какие у него там есть, каких нету, блядь. Почему хрена надо будет качаться?
Ну, как минимум, глупстик ему точно надо поставить, иначе он не законнект. На как максимум для корректной работы ему надо все. Да, вот бы еще минус у скин собаки. Ау. Наверное, тогда пока что ему все файлы, которые мы использовали. Так, я это ставил, но Atomic Bomb терминал API. Да, он последний для глупстика нужен был.